И не правя много проповедей. Песен намного больше. Песни при мене са много. Я поклонник. Аз съм поклонник. Я очень люблю поклоняться Богу. Много обичам да се покланям. Очень люблю общаться с Богом. Обичам да общувам с Бога. Знаете, что мне нравится в отношениях с Богом? Знаете ли, кое ми харесва по отношението с Бога? Мне всегда интересно. Винаги ми е интересно. Как сегодня като днес, у меня произойдет с ним встреча? И днес ще се случи среща с него. Потому что наш Бог, защото нашия Господ, Он настолько велик, Той е натолкова велик, настолько многогранен, толкова е поливалентен, многообразен. Он способен разговаривать с нами через множество разных вещей. Той через много вещи может да разговаривать с нас и да общува. Он может говорить через наше сердце. Може да говори чрез сърцето ни. Он может говорить через человека. Може да говори чрез човек. Он может говорить через природу. Може да говори чрез природата. Через воздух, огонь. Чрез въздуха, чрез огъня. Бог сам выбирает, через что ему говорить. Бог сам си избира нещата, с които да общува с нас. Потому что Он Бог. Защото Той е Бог. Не нам решать, через что ему говорить. Ние няма да му казваме какво да говорим. И нам так будет намного лучше. И така ще ни бъде по-добре. Аллилуйя. Аллилуйя. Тема, на которую я сегодня хотел пообщаться, темата, называется... Темата, с която днес искам да общувам с вас, се казва... Источник внутри тебя. Или источник внутри меня. Ти си източник вътре в мен. Что сегодня внутри нас? Какво днес е вътре в нас? Какая основа нашей веры? Каква е основата на нашата вяра? Знаете, очень много людей, много хора, знают обо мне. Знаят за мен. Очень много. Много хора. Но мало людей знают меня лично. Но много малко хора ме познават лично. Я замечаю одну интересную закономерность. И аз разбрах една закономерност, которая повторяется периодически в разных местах, когда я знакомлюсь с новыми людьми. Която се проявява в различни места, когато общувам с хората. Я разговариваю с каким-то человеком. Аз говоря с този човек. И вдруг этот человек мне говорит. И изведнъж те почват да ми казват. А я думал, ты другой. И те казваха, а ние мислихме, че си друг. И это правда. И това е истина. Вот точно так многие верующие. И точно така много вярващи. Не имея общения с отцом. Нямащи общение с отец. Не знают, какой отец на самом деле. Не познават какъв е всъщност отец. А рисуют его таким, каким хочется его видеть. А го рисуват такъв, какъвто на тях им се иска да го видят. Или как кто-то рассказал. Или пък някой им е разказал. Опираясь на чьи-то ощущения, впечатления или еще что-то. Опирайки се на някакви чужди усещания. Но я знаю, что мы должны лично общаться с Богом. Аз знам, че ние трябва лично да общуваме с Бога. От общения с Богом зависит многое в нашей жизни. А от общението с Бога зависи много в нашия живот. Зачем нам нужно поклонение? Защо ни е нужно поклонение? Что такое поклонение? Какво е това поклонение? Почему Бог ищет поклонников? Защо Господ търси поклонници? Поклонение? Поклонението? Это в первую очередь общение с Богом. Това на първо място е общуване с Бога. Поклонение – это не песни и музыка. Поклонението не е само песни это и музика. Это одна из граней. Одна из граней. Това е една от границите. Бог очень многогранен. Бог е многограничен. Да, музыка нам помогает быстрее прийти в Его присутствие. Разбира се, че музыката помага да влезе. Музыка очень тесно граничит с духовным миром. А музыката граничи духовно много близко с Него. Если бы поклонение было только песня и музыка, ако поклонението беше само песни и музыка, то Иисус бы написал бы в Библии. То Иисус теше да го Бог напиши. Ищет музыкантов и певцов.
Да, то, что еще пишет за музыканты. Но написано, Бог ищет поклонников. Ну, написано в Библии, это Бог търси поклонницы. Это не только мы. Это каждый из нас, абсолютно каждый. А това е всеки един от нас. Мое общение с Богом – это в первую очередь мое поклонение. Да, да общувам с Бога, това е първото нещо, което трябва да имам в поклонение. То, что я могу прийти к Нему лично. Аз мога да отида лично при Него. Лично Ему сказать. И лично да Му кажа. Лично от Него услышать. Лично от Него да, да чуя. И жить теми откровениями, которые Он мне дает. И да живее с тези откровения, които Той ми дава. Это и есть поклонение. И това е поклонение. Господу Богу твоему поклоняйся. На Господ Бог се покланяй. И Ему одному служи. И само на Него да служиш. Еще от самого начала. И още от самото начало. Когда Господь сотворил Адама и Еву. Когато Бог сотвори Адам и Ева. И поместил их в Эдемский сад. И ги помести, и ги настани в Эдемската градина. В этом саду сам Бог пребывал с ними. В самата градина сам Бог беше с тях. Господь общался с Адамом. Бог общуваше с Адамом. Общался с ним. Смотрите, Бог сотворил все. Все сотворил. Все небо, землю. Бог все сотворил. Сотвори, земята и небето. И дал это в руки человеку. И го дали всичкото това в ръцете на человека. Что Бог оставил себе? Он говорит, я буду твоим Богом, а ты будешь моим человеком. И каза, аз ще бъде твоя Бог, а ты ще бъдеш мой човек. Буду общаться с тобой. Ще общувам с тебе. Буду наставлять тебя. Ще ти съветвам. Направлять тебя. Ще ти направлявам. Он говорит, у меня вся мудрость, все ответы. Мъдрост, всички ти отговори. Но когда Адам и Ева съели запретный плод, но когато Адам и Ева изядоха забранения плод, тем самым согрешили перед Богом, и согрешиха пред Богом, то в первую очередь они лишили себя возможности общаться с Богом. И те на първо място се лишиха от това да общуват лично с Него. Я бы, наверное, сказал бы, они умерли духовно. И както се казва, те умряха духовно. Вот почему сегодня мы рождаемся свыше. Это за това ние сега се раждаме. Рождаемся духовно. Свыше, духовно се раждаме. Мы произносим молитву покаяния. Ние произносяме молитва на покаяние. Принимаем водное крещение, тем самым заключая завет с Богом. Сключваме договор, завет с Бога. И вот на протяжении всего Ветхого Завета. И по линията на целия Нов Завет. Я вижу, что Бог общался с народом через избранных людей. Да, че Той общувал с хората, с народа, чрез избрани от Него хора. Такие, как пророки. Като пророци. Священники. Свещеници. Судьи. Садии. Левиты. Левити. Но Бог желает общаться с каждым лично. Но Господ иска да общува с всеки един от нас лично. Есть одна история в Библии. Има една история в Библията. Моисей взял 70 старейшин. Моисей взял 70 старейшини. Отделил их, чтобы они пошли в скинию и служили с ним там. Да, той ги отделил, за да му помагат служението. На Моисея был Дух Святой. Над Моисей беше Святия Дух. И Библия говорит, что Бог взял тот Дух, который на Моисее. И Библията пише, че той взе този дух, който беше над Моисей. И дал 70. И го даде на тези 70. И все 70 пророчествовали. И всичките пророкуваха. Что значит пророчествовали? Они слышали Духа Святого. А какво значи да пророкуваш? Они говорили от Духа Святого. Ами слушаха от Духа и го даваха на хората. Но Библия говорит, что двое из них. Но Библията пише, че двама от тях. По какой-то причине, не описанной в Библии. Не е написана причината в Библията. Не смогли прийти на собрание. Не успяха да дойдат на събранието, на събирането. Имя им было Елдад и Мадад. Имя Елдад и Мадад. Да, името им беше Елдад и Мадад. Да, Библия говорит, что но даже на них сошел Дух Святой. Но Библията казва, че даже и на тях дойде Святия Дух. И они тоже пророчествовали. И те също пророкуваха. Находясь в стане с народом. С останалите от хората. И прибежал отрок. Юноша прибежал да, к Моисею. Буквально прибежал. И сказали, слушай, Елдад и Мадад пророчествуют в стане. И видя, че тези двамата пророчествуваха. И подошел один из старейшин к Моисею. И тогава един от старейшините говорит, Моисей, пред Моисей и каза, запрети им. И каза, Моисей, забрани им. И мне так нравится, что ответил Моисей.
И мен толкова ми харесва това, което му отговори Моисей. Моисей сказал ему. Той му каза: "Неужели ты ревнуешь обо мне?" Защо ревнуваш ти за това? Я хочу, чтобы весь народ. Аз искам целия народ. Пророчествовал, служил Богу. Да пророчества и да служи на Господа. Моисей озвучил желание Бога. Моисей сказал желание Бога. Да, Моисей каза желанието на Бога. Какое было желание Бога? Что когда сойдет Дух Святой на каждого? Когато на всеки един от нас дойде Святия Дух, чтобы каждый мог говорить с Духом и говорить от Духа. Всеки един да говори с Духа и от Духа. Амен. Амен. Бог желает общаться с каждым лично. Бог обича да общува с всеки един от нас. Мы должны учиться общаться. Ние трябва да се учим да общуваме. Знаете, я уверен, действительно убежден в том, что общаться нужно учиться. Аз съм уверен в това, че да се общува с Бога, на това трябва да се учим. Не знаю, как вы, но вот я замечал такую вещь. Не знаю, как при вас, но аз съм забелязал едно нещо. Что бывает с некоторыми людьми? Понякога се случва с някои хора. Невозможно общаться. Невозможно да общуваш с тях. А с другими людьми? А с други хора? Часами можно говорить. Непрекъснато можеш да говориш. Вот кто-то умеет общаться, а кто-то не умеет. Някои могат да общуват, умеят да общуват. Но я убежден. Но аз съм убеден, что это не значит, что одному дано, а другому не дано. Аз не съм уверен, че на единия дадено, на другия не. У меня как у вокалиста часто спрашивают. Много часто. Как у вокалиста, у певца. Да, понякога като, при мене като вокалист ме питат. Каждый ли может петь? Всеки ли може да пее? Каждого ли можно научить петь? Всеки ли може да се научи да пее? Я говорю, да. Аз казвам да. Кроме глухонемых. Освен глухонемите. Ну а если у меня голоса нет? Защото те нямат глас. Я говорю, а как ты говоришь? А ты как говоришь? А если у меня слуха нет? Ако нямаш слух? А как ты слышишь? Как ты чуваешь? А люди еще любят такие выражения. Мне медведь на ухо наступил. Ага, има едно такова, един такъв израз, мечка говорю, стъпала на ухото. Покажи мне растоптанное ухо. Кажи ми да не е такава върху ухото ми. Если ты не умеешь петь, это не значит, что ты не можешь научиться. Ако ти не умееш да пееш, това не означава, че ти не можеш да се научиш. Любой профессии можно научиться. Всяка професия може да се научи. Если приложить много усилий, терпение, старание, заниматься. Да си занимаваш. Ты овладеешь любой профессией. Можешь да овладеешь всяка профессия. Да. Да. Поэтому точно так. Затова точно така. Если иметь терпение. Ако имаме терпение. И учиться. И да се учим. Ты научишься общаться с Богом. Ти ще се научиш да общуваш с Бога. Амин. Амин. И если ты будешь знать голос Отца, и ако ти познаваш гласа на Отец, то ты будешь знать, ти ще знаеш, когда просить. Кога да искаш. Амин. Амин. Это очень важно. Вся Библия очень часто нам говорит одно и то же, прям повторяет и повторяет. А затова в Библията има много неща, които непрекъснато се говорят чрез повторения. Если ты будешь слушать. Ако ти слушаш. И исполнять. И исполняваш. То я дам тебе то. То аз ще дам и това, и това, и това. Мы все всегда видим то, что нам должны дать. Да, ние винаги виждаме това, което трябва да ни се даде. Благословен при входе, благословен при выходе. Да, благословини. Одно благословение. Непрекъснато благословение. Знаете, мне нравится Второзаконие, 28 глава. Много харесвам 28 глава. Я очень часто ее привожу в пример. Да, много често я прилагам. Конечно же, первую половину, естественно. Разбираться, че първата част. И там сказано. И там е казано. Если ты будешь слушать. Ако ти служиш. И тщательно исполнять. И исполняваешь. Все заповеди, которые заповедую тебе сегодня. Всички те заповеди, които днес съм ти заповядал. Это очень важно. Да. У вас там все это написано. Ето,
Там е на български. Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те въздигне над всичките народи на света. Потом идет перечень определенных благословений. А след това список имаш, такой, да, благословений. Има такъв список от много благословения. Но только с 7 стиха, но само 8 стих, начинается: «И тогда Господь Бог твой». И там пиши: «И тогава твой Господ». И когда я однажды понял это, и когато веднъж това го разбрах, то я осознал, что то, что до 7 стиха, то, что раньше. Я разбрах, че до 7 стих. Это первое, что я должен услышать и исполнить. Ага, това е онова, което трябва да чуем и да го изпълним. Потому что до 7 стиха не обещание. Защото до 7 стих няма обещания. А утверждение. А само утвърждаване. То есть я должен стать благословением. Защото аз трябва да бъда. Это моя задача. Това е моята задача, да изпълня това. Притом очень хорошо исполнить. При това много добре да го изпълня. Аллилуйя. Аллилуйя. Общение – это необходимость для каждого из нас. Общението е необходимо за всеки един от нас. Мы должны учиться общаться. Ние трябва да се учим да общуваме. Потому что поклоняться, я еще раз повторю, поклонение – это в первую очередь научиться общаться с Богом. Тото поклонение – то первое нечто, которое трябва да се научи, да общуваме с Богом. Ты спросишь, для чего мне это общение? И можешь да попиташ, ами за какво ми е това общение? Мне хорошо через посредников. А на мен ми е добре через посредници. Ну, так, как и было в Ветхом Завете. Ами така беше в Стария Завет. Через пастора. Через пасторите. Через лидера. Через лидерите. Через любого служителя. Через всеки един служител. Через пророка. Через пророка. А через пророк. Через апостола. Через апостола. Если мы общаемся с Богом, ако ние общуваме с Бога, мы имеем видение. Ние ще имаме видение. То видение, которое у Бога. Това видение, което е для тебя. За тебе. Мы не должны пользоваться заменителями. Ние не трябва да се съгласяваме с заменителите. Сегодня все везде в заменителях. Днеска всичко става везде с заменители. Дьявол аккуратненько, он вмешивается даже в общение друг с другом. Дьявола даже се вмесва в общуването между нас самите. Ну зачем вам лишний раз напрягаться общаться? Напиши смс-ку. Да, защо ти трябва сега напрежение тук да общуваш? Я смотрю, подростки сидят рядом, подростки сидят рядом и друг другу пишут смс-ки. Да. Привет! Малките юношите стоят един до друг и не говорят, а си пишат. Как дела? Какво правиш? И смайлик. Ага, и усмивката идва. Я, знаете, я знаю такую историю. Аз знам такава една история. Когда ко мне подошел один из лидеров молодежного прославления. Когато дойде един водач на младежко прославление. Говорит: «Виталик, помоги, пожалуйста, мы поссорились». Име помоли внутри команды. Да помогну, че се скарал с своята група. Я говорю: «Хорошо, рассказывай». Я му казах: «Добре, но подробно». По-подробно. Он берет свой телефон. Той взема телефона. Открывает чат. Открива на говорит, чата. Вот. Эту. Я читаю первый стих. Его же обращение первое. Да, я ж читаю. Первое мое обращение. Я говорю: «Я уже готов тоже с тобой поссориться». А също мога поради това да се скарам. Как? Почему? И той каза: защо? Я говорю: потому что в этом сообщении есть много направлений. Как можно его формулировать? Защото в това съобщение има много направлений, как да го формулирам. Я понимаю, что ты думал об одном. Аз виждам, че ти си мислял за едно. Но читая это сообщение, можно подумать совсем о другом. Но когато го четеш, мислиш за друго. И поэтому, естественно, команда подумала о другом. И естественно, че групата пък е помислила съвсем. И стала реагировать уже с этой стороны. И е започнала да реагира от една страна. В смс-ках. Също с смс. И это каждый смс усиливало и усиливало и усиливало и усиливало их ссору. И този смс я усиливал тази кавга. Почему я всегда учу всех команд? Чаты, уча всички команди, чат, смс-ки, это все для административных вещей. А всичките тези смс-ки и чатови, всичкото това е за администрация. Встречаемся там-то, там-то, во столько-то, во столько-то. Да, това е за администрация. В толкова ще се видим, список песен, аккорды, да, административные аккорды, список, вещи.
да, текстови на песните. Но общение должно быть живым, с глазу на глаз. Но общение то трябва да бъде очи в очи. В глазах видна душа человека. Трябва да видиш душата на человека. Ни один смайлик этого не покажет. А не само там емотиконите с усмивка. Поэтому мы должны также учиться общаться с Богом. Ние трябва да се учим за това да общуваме с Бога. Не жди, что за тебя кто-то будет это делать. А не мисли, че някой трябва това да го направи заради тебе. Аллилуйя. Я хочу дальше использовать места из Библии. Если у вас искам есть Библия, да использовам по-нататък цитати в Библията, открыть. Я буду использовать много мест из Писания в современном переводе. В современном перевод сега ще... Я очень люблю иногда читать переводы, разные переводы. Бывает, стих по-новому открывается, совсем интересно. Да, много мне интересно, я да виждам в тези стихове притчи, первая глава, седьмой стих. Притчи, первая глава, седьмой стих. Страх пред Господом, притчи. Страх пред Господом, начало мудрости. Но глупцы презирают мудрость и наставление. Подсказва тук всички, когато четем на руски, да четем и български тук на мултимедията. Начало мудрости – это страх пред Господом. Началото на мъдростта – това е страха от Господа. Я вспоминаю, как я впервые встал на эту дорогу служителя. Когда меня назначили служителем. Да, когато мен ме назначиха като служител. Я помню, для меня это было неожиданно. Беше толкова неочаквано за мене. Со мной никто не советовался. Со с никой не се советвах. И ничего мне не говорили. И никой ничто не ми говорише. Для меня это был сюрприз. Това беше истинска изненада. Вот представьте служение. Ну, представете се служение. Я провел прославление. Аз почнах да го изпълнявам. Я тогда как бы заменял того, кто был лидером. Аз просто заменях този, който беше отговорен. Сижу на первой лавке. Сядам на първата пейка. И вдруг пастор зовет меня и объявляет, что я лидер прославления. Да, и пастор обявява, че аз съм лидер на прославението, на хвалебствената група. Знаете, что тогда я ощутил? Знаете ли тогава, что аз усетих? Я ощутил, что не пастор меня назначает. Аз усетих, че не пастора ме назначава. Но сам Бог. Сам Бог ме назначава. И мое сердце. И моето сърце. Наполнилось вот этим страхом. И се напълни с този настоящим страх, страхом. Истински страх. Что такое страх пред Богом? Это, я Бог, я тебя боюсь. Нет. Страха от Бога не е това. Олиле, емоция. Не об этом страхе идет речь. Не е това. Не за този страх става дума. Тот страх, который был в моем сердце. Този страх, който беше в сърцето ми. Он звучит так. Той звучи такато. Господь, я боюсь не оправдать доверие, которое ты на меня возложил. Господи, аз се опасявам, че няма да оправдая Твоето доверие. Я осознавал, насколько важно это служение. Аз разбирах, насколько важно това служение. Что сам Бог доверил мне это. Това, че сам Бог ми дал возможность това. Мне быть служителем, Его представителем. Даде ми возможность да бъда Негов представител, Негов служител. И я первые полгода молился только этой молитвой. Я се молих с тази молитва. Говорил, Господи, я боюсь не оправдать доверие. Господи, боя се, че няма да оправдая доверието ти. Помоги мне. Помогни ми. Дай мне нужный фундамент. Дай ми нужната основа. Я хочу опираться на тебя, Дух Святой. Искам да се опирам на тебе, Святый Дух. Мудрость начинается со страха пред Господом. Мъдростта започва со страха от Господа. В любом деле нам нужна мудрость. Всекидневието е нужна. Мы должны ревновать о мудрости. Мы должны ревновать о мудрости. Да, ние трябва да ревнуваме, да искаме тази. Давид сказал в Псалме 85, в 11 стихе, «Научи меня, Господи, пути своему, и буду ходить в истине Твоей. Дай мне сердце, целиком отданное Тебе, чтобы мне жить в страхе пред Тобой». «Научи меня, Господи!» Давид знал, что вся мудрость у Бога, и учиться надо в первую очередь у Бога. Как учиться у Бога? Общаться с Ним. Как да се учим с Богом? Да общуваме с Бога. Общаться с Ним. Да общуваме с Него. Разговаривать с Ним. Да разговаряме с Него. Научиться Его слышать. Да се научим да Го слушаме. Аллилуйя. Притчи 2 глава 6 стих говорит, «Так как Господь дает мудрость, и из уст Его знание и понимание».
Да, в общем, разбираем. Господь это. Дает мудрость. С Его уст знание и понимание. Если ты хочешь знать, что тебе делать, как тебе делать, где тебе делать, и как ты его направишь, ты должен получить эти знания с уст Господа. А ты думаешь, что треба да го получишь от устата на Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Источник мудрости – это сам Бог. Источника на мудрость – това е самия Бог. Почему нам нужна мудрость? За что не нужна мудрость? Это описано вот в следующих стихах, которые я хочу зачитать. Притчи, 2 глава, 10 стих. Притчи, 2 глава, 10 стих. Потому что мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно твоей душе. Притчи, 3 глава, 14 стих. Потому что мудрость выгоднее серебра и приносит больший доход, чем золото. Аллилуйя. И притча 4 глава 5 стих. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай моих слов и не отклоняйся от них. Что много поучителен стих. Мы должны приобретать мудрость. Не трябва да придобиваме мъдрость. Соломон. Соломон. Принес тысячи всесожжений. Тысячи всесожжений. Большую жертву. А, Соломон, какво принасяше? Хиляди жертви. Мне нравится история с Соломоном. Харесвам историята на Соломон. Соломон почтил Бога. Соломон бил почтив Бога. Он, как сын Давида, като син на Давид, он понимал, что ему досталось большое благословение. Че върху него е дошло голямото благословение. И он хотел принести Богу большую жертву. И то искаше да принесе пред Господа голяма жертва. Большую жертву, как для царя. А голяма жертва, като пред царя. У каждого человека своя большая жертва. А всеки човек има своята голяма жертва. Но мне нравится то, что Соломон... Но аз харесвам това, че Соломон... Его желание сердца было желанието на именно принести Богу жертву. Да принесе на Бог жертва. Потому что только после того, как он это сделал, защото след като това той го направи, после этого Бог пришел и говорит, что ты хочешь, проси. И тогава Господ му каза, какво искаш, казвай. Не наоборот. Мы же часто как делаем? Мы сначала бежим к Богу и говорим, Бог, нам надо вот это, что мне сделать? Да. А при нас как е? Обратното. Първо отивам и да му кажем, какво искаме. Но Соломон, он хотел именно сделать. Он не приходил ради чего-то. Он хотел угодить Богу. А Соломон, при Соломон беше друго. Той не искаше той да иска, а искаше да угоди на Бога. Насколько сегодня мы готовы платить за мудрость? Колко днес ние сме готови да платим за тази мъдрост? И здесь речь не просто в деньгах. Речь вообще не о деньгах. И тука не става дума за пари. Речь о наших действиях. А става въпрос за нашите действия. Речь о нашем выборе. Речь идва дума за... Нашите избори. Это когда ты делаешь все, чтобы больше и больше приносить жертву Богу своим даром, своим талантом, своим служением. И когато ти все повече и повече искаш да принесеш жертва на Господа со своите таланты, со своите дарби. Притча 12 глава 8 стих говорит, человека хвалят по мудрости, а превратный ум презирают. Да погледнем отново тука на мултимедията. Хвалят, это значит уважают. Хвалят, это значит прислушиваются. Да, когато те хвалят, значит, те се прислушиват. Хвалят, это значит, ты чего-то достиг. Когато те хвалят, значит, ты нечто си достигнал. Хвалят по мудрости. И хвалят по мудрости. Мудрость от Господа. Мудрость от Бога. Нам нужна мудрость. На нас не трябва мудрость. Итак, Иакова, 1 глава, 5 стих. Отново на мултимедия очакваме. Если кому-то из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. Мне очень нравится этот стих. Харесваме на мен този стих. Если тебе не хватает мудрости, мне не хватает. Ако не ти достига мъдрост... Я говорю честно, мне не хватает.
всякаш на мен не ми достига. И Библия говорит, Иаков говорит, пусть просит у Бога. Нека този да иска от Бога. Просить у Бога, это значит идти и общаться с Богом. А да искаш от Бога, това е да отидеш. Не через посредников. А не через посредников. Не через кого-то, не а через лично. Някого, иди и проси лично, у Бога. Лично иди. И мне нравится, который не упрекая, он не спрашивает, зачем тебе это надо. Без упреки, без таков израз, за какого тебе? Он щедро наделяет ею всех. То есть щедрый, отговаря на всичко. Скажи сейчас всех. Всех. Всех, понимаешь? Без исключения. Всички, без нету исключения. Такого, ну, наверное, всички. Мне не дано. Дано! Написано, и ему будет дано. И тука написано, амен. И ще му се даде. Но. Всегда есть какое-то но. Ну, винаги има такое? Едно но. Неужели нельзя просто? Ну, дано и дано. Не можешь ли да быть попростичко? Дадено и дадено. Но тот, кто просит, но този, който иска, вот оно условие, слушай внимательно, должен верить. Трябва да вярва. Должен верить. Трябва да вярва. Нисколько не сомневаясь. Без да се сомнява. Потому что сомневающийся похож на морскую волну. Защото сомняващите се приличат на морската вълна. Носимую и разбиваемую ветром. Да, идват и се разбиват от вятъра. Мы должны верить и не сомневаться. А ни трябва да вярваме и да не се съмняваме. Что это означает? Какво означава това? Я размышлял об этом. Аз съм размишлявал върху това. И знаете, очень многие вещи в моей жизни стали открываться тогда, когда я стал отцом. Честно. Всичкото това е минуто, когато и аз станах баща. Я в этот момент стал понимать сердце отца. Когато станах баща, аз започнах да разбирам сърцето на отец. Знаешь, когда ребенок подходит к тебе? Идва детето при тебе. Пап, можно конфетку? Татко, може ли бомбонче? Можно. Може. Нет, смотри, можно. Можно. Проходит 30 секунд. Минава 30 секунди. Пап, ну можно конфетку? Татко, може ли още едно бомбонче? Подожди, я только что тебе разрешил. Чакай сега, преди малко ти разреших. Смотри, его сомнение ребенка. И погледнете сега съмнението на детето. Вдруг зародило съмнение и во мне. И се превърли върху моето съмнение. Может, не нужно. Може би вече не нужно. Я уже начинаю искать условия. И аз вече поставям условия. После еды. И так далее, так далее, так далее. Если ты получил ответ, ако ти си получил, не сомневайся. Не се съмнявай. Не надо 30 раз переспрашивать. Не трябва 30 пъти. Не надо еще искать миллион подтверждений. Ты получил ответ. Ти получи отговора. Иди и бери. Отивай и вземи. Аминь. Аминь. Но если ты сомневаешься, но ако ти си съмняваш, то Якова 1:7 написано. То в Иоанна 7 глава и написано. Пусть такой человек Нек. Не рассчитывает да. получить что-либо от Господа. Нека таков человек да не мисли, че ще получи нечто. Здесь уже речь не только о мудрости. Тука вече не става вопрос само за мудрость. Что-либо. А някакво нечто. Вот почему иногда ты идешь молиться, тебе Бог ответил. Раз ответил, два ответил, а ты все равно идешь. Дай. Да, ти си утишил, помолил се, Господь ти отговорил, ти продолжаваш. Тоже не рассчитывай получить. Да, рассчитывай, ты ще получишь. Когда просишь у Бога, когато искаш от Бога, то искорени все сомнения из своего разума. Искорени от разума си всички сомнения. И Бог даст тебе мудрость. И той ще ти даде мъдрост. И та мудрость, которая приходит с небес. И тази мъдрост, която идва от небето. У Иакова 3:17 это написано. Та мудрость, которая приходит с небес, чиста, миролюбива, мягка, чиста, миролюбива, послушна, полна милосердия и добрых плодов. Беспристрастно, искренно. Искренно. Мудрость, которая приходит с небес. Това е мъдростта, която идва от небето. Это значит, что-то в нашу жизнь действительно приходит с небес. Аллилуйя. Че това означава, че в нашия живот трябва да има нещо от небето. Я помню. Така трябва да идва от небето по-точно. Я помню один момент в моей жизни. Аз помня един момент от моя живот. Я ревновал
Аз ревнувах, исках. О своем служении я продолжаю ревновать о своем служении. За свое служение и всегда продолжаю да ревну. Для меня очень важно знать, что хочет Бог в моей жизни. Много искам да знам, какво точно иска Господь от меня. Что я должен изменить в себе, чтобы мое служение возрастало? Какво трябва да променя в себе си? И однажды Бог проговорил в мое сердце. И веднъж Бог проговори в сърцето ми. Бог мне показал. Той ми показа. Сколько сейчас много ненависти, оскорблений. Колко много ненависти и оскорбления. Среди верующих. Сред вярващите. Среди служителей. Сред служителите. Когда заходишь в соцсети. Когато влезешь в социальные мрежи. То иногда прятаться хочется. Спрятаться хочется. Да, искать себе да се скриешь. Я помню, это началось с таких интересных статей. И всичко това започна с неинтересных статей. В кавычках интересных. Пять причин падения пастора. За падението на пастора. Не понял. Да, не разбирам. Это кто это пишет? Кой го пише това? Человек, который не знает, что такое вообще быть пастором. Сигурно тези, които не знаят какво е да се Какой-то обиженный. Някакви обидени. Он пишет статью «Пять причин падения пастора». Той пише за пете причини за падението на пастора. И знаете, что самое страшное? И знаете ли кое най-лошото? Верующие переходят туда и начинают читать. Да, верващите отиват там и започват да читат. И наполняют свой разум сомнениями. И започват да пълнят разума своих пастырей. За своите пастори. Сомнение, если ты будешь сомневаться. Ако ты се сомневаешь в пастора си, смысл? Пойми. Разбери. Притом звучат банальные какие-то простые вещи. И звучат одни глупые. Такие фразы, которые можно применить абсолютно к любому человеку. Фразы, которые можешь на всякий да хвърлиш и така. Ну, к примеру. Пример. Пастор не так молится. Пастора не се моли така, както трябва. Примени это к любому человеку. Ты не так молишься. Не так, это как? Не така идва вопроса, как? Ты не так поклоняешься. Ти не така си покланяш. Ну, не так, как я был в той церкви, просто в другой. Ага, ми тогава иди в другую. Там просто по-другому поклонялись, поэтому ты не так поклоняешься. Значит, ты на пути к падению. Значит, ти си на пути на падение. И люди начинают верить в это. И хората започват да вярват. А люди, когда читают, они начинают сразу каждый пункт сравнивать со своим служителем. И започва веднага сравнението со служителем. Я такие статьи видел и о пасторах, и о лидерах прославления видел. Аз съм виждал и пастори, и хвалебни групи. Но знаете, что еще самое страшное? И знаете ли, кое е най-страшното? Это гадание в Фейсбуке. Да, гадателството, гледание. Фейсбук до такого дошел, что Слово Божье тебе на сегодняшний день. Кликни и получи. Да. До там е стигнала техниката, съвременните технологии, че като натиснеш там и хоп, пише... Само удивительное. Да, това е удивителното, че веднага има отговор. Что я вижу это со страниц жен пастыров. Пастыров. Понимаете, вот на их страницах они кликнули, у них слово для тебя на сегодня. Фейсбук да. Тебе вместо Господа сказал. Натискаш копчето и веднага идва то отговор ти от пастори, от всички. Самое смешное еще, знаете, когда... Какая-нибудь сестра, которая замужем. А най-интересното е, че една сестра, която е била омъжена. Заходит на сайт, где узнай будущую свою половинку. Да, която е отишла в сайта, където пишел, влез сега, за да разбереш съдбата на твоята половинка. Ты что, не знаешь свою половинку? Какво, ти не познаваш ли своя човек? Ты хочешь найти ее в Фейсбуке? Трябва да влезеш в Фейсбука, за да разбереш. Сегодня очень много негативных вещей звучит не только да, в соцсетях, много, но и в жизни людей. Много негативни людей. Вещи днес звучат в мрежите, социалните мрежи. Люди осуждают и осуждают друг друга. Хората непрекъснато осъждат. Выливают осуждения друг на друга. Тот не так делает что-то, тот изливат, не так что-то делает. Изливат, буквално хвърлят на този, на ози, един на друг си хвърлят обвинения. Первое, сейчас скажу, какой стих, секундочку. Учакваме новия стих на мултимедията. 1 Тимофеем, 6 глава, 2 стих. 1 Тимотей, 6. Это будет синодальный перевод. Те, которые имеют господами верных,
не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. И главные слова в конце – учи сему, то есть учи этому и увещевай. О чем говорит этот стих? За какого се говорит този стих? Те, которые имеют господами верных. Господами здесь с маленькой буквы. Да, те, которые имеют господари, но обратите внимание, что я думаю, здесь буква. Речь идет о наших служителях. Това говорит за наши служители. Те, кто нам служат, пастор, жена пастора, тези, прославители, все, кто служат в церкви людям, хвалебната група, написано, не должны обращаться с ними небрежно. Не трябва да се отнасяме към тях небрежно. Потому что они братья. Защото те са братя. О чем здесь речь? Бог однажды мне сказал, если ты позволяешь себе что-то сказать на какого-нибудь служителя поклонения, да, ако ти си позволиш на някой от групата хвалебствената да кажеш нещо, сказать что-то нехорошее, да кажеш нещо нехубаво, недобро, то я, получается, выливаю грязь на служение, частью которого являюсь сам. А това е буквално да излееш кал. То потом не удивляйся, что в твоей жизни проблемы. Не удивляйся. Да, и няма да се учудваш, защо в твоя живот многие няма, говорят, има проблеми. Многие мне говорят, вот мы делаем, мы стараемся, почему не получается? И някои казват, ми не се стараем, а не се получава. Иногда дело не в том, что ты стараешься. Не, работата в това само да се стараеш. А в том, что ты позволил себе сказать. Защото ти си позволил да кажеш това. Да, очень важно следить за своими словами. Много е важно да следим за своите думи. Якова 4, 1 и 2 стих. Следващо. Я прочитаю в современном переводе. Да. Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстных желаний, которые борются друг с другом внутри вас самих? Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете, потому что не просите. Мы из-за зависти иногда делаем такие ужасные вещи. Не от зависть правим такие нечто. А выход-то всего лишь пойди к Богу и попроси. А единственный исход, да утиришь и да попиташь Бога, да помолишь Бога. Мы должны научиться просить. Трябва да се научим да искаме. Просите, не сомневаться. Да искаме без да се съмняваме. И Бог даст тебе мудрость, в которой ты нуждаешься. И Бог ще те даде мудрость, от която ти се нуждаеш. Иакова 3 глава с 9 стиха. Иаков 3 глава. С 9 9 стиха. Да, 9 Также стих. Я прочитаю в современном переводе. Языком мы славим Господа и Отца. И тем же языком тут же проклинаем людей, которые сотворены по подобию Бога. Из тех же уст выходит хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Разве может из одного и того же источника течь пресная и горькая вода? Аллилуйя. В разговоре с самарянкой Иисус сказал. В разговоре с самарянкой Иисус сказал. Он сказал ей о цели поклонения. Той каза целта на нашето поклонение. Иоанна 4:14. Иоанна 4:14. В современном переводе звучит так. В современном переводе звучит така. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь. Что сегодня в нас, каков источник сегодня бурлит в каждом из нас? Каков е источника извора вътре в нас днес? Однажды задался вопросом. Веднъж си зададах вопрос. Каков же этот ключ, этот секрет, чтобы услышать Бога? Каков е този ключ и секрет, от когото да чуешь от Бога, да искаш от Бога? И я понял. И аз разбрах. В Исходе написано в 44 главе. В Исход. В 3 стихе. Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие.
На жаждущего Бог изливает. На тези, които жадуват, Бог винаги излива. Если ты желаешь что-то получить, ты должен по-настоящему это жаждать. И ако искаш да получиш по-настоящему наистина, это жаждать. Истински да жадуваш. Стремиться к этому. Да се стремиш към Когда това. Ты жаждешь, ты готов на все. Когато ти жадуваш, для ти того, чтобы это получить. Всичко. И си должен да получиш. Представь, ты в пустыне. Представете си Солнце печет, песок. Да, пясок, слънце. Ты жаждешь воды. Ради нее ты готов вода. На все. Тебе уже не нужны ни деньги, ничего, тебе нужна вода. А, не тебе нужно ни тупари, ничто. На теб сега в момента тебе нужно само вода. Мы должны ревновать и жаждать по Духу не Святому. Не трябва така да ревнуваме. Библия говорит, блаженны нищие духом. Защото Библията казва, блажени са, които са нищи по дух. То есть жаждущие Духа Святого. Тези, които жадуват за Святия Дух. Какой источник сегодня в нас? Каков е источником? Источником чего мы делаем нас? Себя сами? Такъв ли източник, каквото ние сами себе? Поклонение – это выбор. И това е избор. Но поклонение – это не только выбор. Но поклонението не е избор. Поклонение – это действие. Поклонението е действие. Иакова 3:11. Разве может из одного и того же источника течь пресная и горькая вода? А, може ли от един извор, от една уста да излиза и прясна, и сладка, и горчива вода? Моя цель сегодня – Искорените свои жизни, искоренить из своей жизни. Да, казва, да искореним от живота. Все источники горькой воды. Всичките горчиви източници. Вся горечь, которая течет из моей. Всяка горчилка, която изтича от моето сърце. Или из твоей жизни. Или от твоя живот. Сегодня мы должны это разрушать в себе. Всичкото това трябва да го разрушим в себе си. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу еще прочитать несколько стихов и буду заканчивать. А, искам още няколко стиха да прочитам. Ефесянам 5 глава, 19-20 стих. Наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, я служитель поклонения. Мой дар, мой талант – это музыка, это песни. Как-то знаете, я сам поклонитель, да, мой дар, моя способность – твоя музыка. И Библия призывает. И Библия-то има призыв. Чтобы наставляли мы друг друга псалмами. За да се наставляваме един друг гимнами, псалми, духовными песнопениями. С химни, с духовни песни. Чтобы мы прославляли Бога через песни. За да можем да прославяме Бога и още с песни. Я знаю, что то каким должно быть прославление в церкви, то каково трябва да бъде хвалението в църквата, нужно искать в Библии. Трябва да го искаш от Библията. Не нужно пытаться этого придумывать. Не трябва да го измислиш. Потому что в Библии есть все. Что-то в Библии ты имеешь. Я стал искать. Я започнах да искам. И я нашел то, что стало для меня и для моей жизни фундаментом. И я поисках това, което стана като основа в моя живот. И хочу об этом прочитать. И искам това да ви прочита. Второе Паралипоменон, 5 глава, да, Летописи. С 12 стиха. Музыканты уже могут проходить на свои места. Музыканты могут проходить на свои места. Да, там этого написано, это я от себя говорю, пока еще не начал читать. Итак, здесь написано. И левиты – певцы. И левиты – певците. Речь о нас с тобой. Да. Дай пять. Става дума за нас. Все они. Всички ти те. Дальше идет перечисление имен. И тука изреждането на имената. Написано. Одетые в весон. Които бяха облечени в красиви царски дрехи. Ну, в какие-то общие... Вот тона одежды, вот видите, в темном цвете, да. Мы сегодня. С кимвалами. Со где кимвали? С кимвали. С кимвалами. С барабани. Все по Библии. Всичкото е по Библии. Ничего не выдумываем, все берем из Библии. Няма нищо различно. С псалтырями и цитрами. С цитри и с... Дай нам что-нибудь. Вот, хорошо. Можешь чуть-чуть поиграть даже, создать атмосферу какую-нибудь красивую. Можешь малку да посвириш, да создадеш атмосфера. Давай.
Не, давай мажорную. Мажорную такую атмосферу. Ой, хорошо, да. Аллилуйя! Аллилуйя! С кимбалами и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника. И стояха со всичките тези инструменты на източната сторона на жертвенника. Ну, то есть не по центру? Не са били в центра. А вот где-то вот на восточной стороне. Да, някъде на източната сторона. Вот, вот это место мне вообще нравится. И с ними 120 священников, трубивших трубами. Харесва ми това място, където 120 священников. Как хочется это увидеть, да? Свириха со страби. Я думаю, Господи, иногда с четырьмя не знаешь, как справиться, а там 120 да. только трубивших. О, с 4-2 се справишь, а там со 120. Священники играют на музыкальных инструментах. Священники свириха на тръбите. И вот он главный рецепт. И это главная рецепта. И были как один. И всичките бяха като един. Трубящие и поющие. И пеещите, и свирищите. Издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. В один глас хвалиха Господа. И дальше написано. И когда загремел звук труб, и когато загремяха тези тръби, я не придумываю ничего, я беру из Библии. Аз нищо не измислям, така пише. Здесь не написано, и когда они зашептали тихонечко на трубах. Там не пише, когато тихичко и така си. 120! Вы только представьте, сейчас, если мы посадим здесь 120 человек, каждому дадим духовой инструмент. Ако тук поставим 120 човека и всеки един носи инструмент. Труба, тромбон, валторна, саксофон, да, габой, саксофон, кларнет. Труба, да их много. Много. Туба такая. Да, труба голяма. 120. 120. Да даже если они спокойно только дунут туда. И можешь ли да стоишь тогава спокойно? Ты уже почувствуешь, что что-то загремело. Ты сам ще почувствуешь, нечто в тебе гарми. И вот Библия говорит, когда загремел звук труб и кимбалов. И тогава тропите. Ой, сделайте барабаны потише, потише, и сделайте, мы не слышим, все потише. Загремел. Понимаешь, загремел, это в Библии, это ну, ничего не придумал. А-а-а. Здесь написано, загремели кимбалы. Написано, что это условия, ты слышишь? Смотри. А потихечку, потихечку. Что дальше написано? Это очень, очень, очень важно. Какого понататок пише? И когда загремел звук труб, кимбалов и музыкальных орудий, то есть вот всего-всего-всего, что здесь есть. И когда-то всичко започнет. И восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И славиха милостта на Бога. Тогда. Тогава. Это означает после того, как выполнили условия. Ага, после того, как его исполнили. Дом Господень. Дома Господен. Наполнило облако. А, влези облако изпълни. И не могли священники стоять. И не можаха там свещениците да служат. Стоять не могли. Не можеха да стоят и да служат. Не, они, конечно, упали ниц на лицо свое, разодрали одежду, посыпали голову пеплом. Этого не написано. Не, написано, что те си раздраха дрехите. Написано, что они не могли стоять. Написано, что те не могли. Если бы сейчас здесь 120 загремели, со всеми остальными, я уверяю, вы бы сидеть не могли. И стоять, и сидеть не могли, и лежать не могли бы. Не туда стоите, не туда лежите. Просто не могли бы. Что это? Вот, это облако наполняет. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся. Айди да си поклоним. Не могли стоять по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом. Не можеха да стоят, защото облака беше изпълнен самия дом. Аллилуйя! Аллилуйя! Жаждеш ли ты этого в своей церкви? Жаждеш ли ты этого в своей церкви? 2-3 человека, остальные? Скажи громко аминь! Аллилуйя! Всички да кажем громко аминь! Написано, как один они славили Господа, как один, то есть все вместе. Все вместе ликовали, праздновали. И тогда Дом Божий наполнил. Знаете, что я знаю? Я знаю то, что это не должно быть случайностью в наших церквях. В нашей церкви това ликуване, всичкото не трябва да бъде случайно.
Это должно стать закономерностью. Това трябва да стане закономерност. Амен! Амен! Ты согласен со мной? Согласен. Скажи громко аминь на это. Скажи громко. Давайте подарим аминь. Господу огромную славу. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь все вместе, вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Ты готов? Раз, два, ау! Будем петь, петь, петь благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь все вместе, вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Давай еще раз, все вместе. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Жизнь моя. Воспевать хвалу и славить кого? Скажи громко! Иисуса! Аллилуйя! Сделай шум хвалы на этом месте! Больше, больше, больше славы воздай Господу!